Жестко, жестко, да, конечно. Вот, вот так вот жить вообще. Че, давай, готов? Да. Ой, я за бабу сейчас буду катать. Нет, ты за мужика зачерпал. Блин, вот жалко, нельзя выбрать какого-нибудь определенного героя и за него катать. То есть вот так вот надо менять. Ну все, началось. Началось, началось. Что, давай еще пару каток или еще пойдем? Как хочешь. Давай пучки еще 4. Еще по идее можно так за сегодня, да? Не, после по идее я пойду Wolf Stein доигрывать. А кто тогда, когда играешь, то можно поиграть сразу, да? А, это давай тогда поставим сниму сюда, потому что это же как. Ну сюда, прямо ставь. Я стрелочку поставил. Ставим, все, живем там в нашем албаре. Дела. Ну, кстати, плохо летим, я тебе скажу, плохо летим. Нормально. Не, без того, что нам. А, да, нормально. Стой, 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 еще пока шлюпер. Слушай, я тут подумал, давай вот сюда. Или даже вот сюда, давай. А, вот в эти леса. А то тут видишь, сколько народу. Нафиг. Нафиг, нафиг. Ну давай, я тут еще. Че, готов? Пока еще рано прибыть. Сейчас, правильно, уже пора. Прыгаем. Прямо автомат. Прямо автомат. Сам еще есть, так, с нами люди есть? Есть, много. Короче, приземляемся, все быстренько лутаем и убегаем, понял? Блять, там люди-то сколько интересно. Да, быстренько надо что-то лутать. Надо лутать, надо лутать. Я еще даже не придумал. О, вижу пушку. У меня пушка. Живи там, отстреливай, я в болоте. А, блин, у меня нет. У меня это. Защита. В болоте? Ну ладно. Топором, я не знаю. Мне что-то подвис. Жить. Жить, мы должны умереть. Так. Блять, я в болоте. У меня ура, у меня есть аптечка, пушка, все. Все, жить. И защита. Живи, я в болоте. Все. Живи. Если что-то найдешь, говори, я прибегу. Блять, в болоте 3 человека. К тебе бежать? Нет. Или нет, ты справишься? Нет, я блять, нет, я бы не справлюсь про меня. Блин, я к тебе пришел, блин. И по мне уже стреляют. У меня минус один. У меня минус один. Спасибо, чуть-чуть. Меня тоже убили. Блин, я дал практически минус три. Ладно, поехали дальше. Давай. Еще что-то часть... в этот раз у нас не задалось, да? Да. Ну, не всегда задаю. Фу. Ну тогда да. Не, ну я по крайней мере, я... У меня пушка такая пукалка, знаешь, типа. Давай фасту. Че, ты готов? Да. Все, давай. Ну блин, вот по вот, конечно, опасно было падать. Там у пушки есть, там у людей много всегда. Вот это вообще страшно. Страшно делать эти болота. Давай опять как тут раз с окраины где-нибудь. Тогда, ну на окраине видишь тоже много кто хочет. А мне казалось, карты меняются или нет? Она одна и та же. Ну ладно, не страшно, чё уж. Не, ну я бы так честно, я бы добавил пару карт. Ну, разных таких. А то на одно и то же каждый раз, это немножко, ну. Все равно надо разнообразие, мне кажется, в игре. Вы со мной согласны, коллега? Да. Вот и.
кажется, они кто-то полетит. Ну ладно. Все в этот лес вышли, в общем. Да, ну и слава богу. Все в этот лес выпрыгнули? О, да, кстати, реально, что человек, смотри-ка. 52 играет, окей? Да, слушай, мне кажется, если нам, мне кажется, все равно, что кто-то выпрыгнет. Тут какая-нибудь скотина тут доедет. Давай, полетели. А, ты сейчас 10 вышло. С нами? С нами человек 10. Короче, летим в эти дома и все. Летим и там живем. И стараемся попрыгать. Знаешь, плохие новости, там народу много будет. Ну ладно. Знаешь, я бы не сказал, что это уж совсем плохие новости. Плохие новости будут, когда у нас не будет ничего. Не, пока что в этом окнах ничего не вижу. Не, ну почему сюда подлагал, когда приземлялись? А, дробаш. Я при оружии. Я труп. Я приземлился прямо на М-ку, но начал ее взял. Блин, ты где? Ладно, все, минус, короче. На. К сожалению. Блин, я увидел М-ку, но я... Меня закрыл чел. А, так ты... А, ты вообще не там, где я. Ты вообще в леса приземлился. Так я... Ну давай. Если ты умер, смысл мне туда бежать? Че, если... Че, жить будешь или как? Ну попробуем. Блин, тебя должно надо далеко, конечно. Блин, ну ты один видишь, они там сейчас все по парам уже распределяются. Ну фиг знает, попробуй. Дробаш есть. Защита ты есть. Уже... Дробаш. У тебя защита есть, так выпей. Нет, если я имею в виду защита дробашом. А. Он там была. Он там был. Одни доски? Да. Ну ладно, ничего страшного, не всегда выигрывать. Типа магия, мэджик. А, вон там сундук. А как? Надо набраться? Где? Строить. Пистолет, пулемет, 5 бандажей. А, вижу, ну нормально. Могло быть и хуже. Кстати, бы всем бы мне не умереть. Только бы не умереть бы с этим всем добром. Ха, хочешь, я тебя разочарую? Рано или поздно все равно умрешь. Ну так, конечно, разумеется. Да, а чем вам завтра на парах-то? Меня-то не будет. Ладно. Скощенный все равно. На 10 минут. На 10 минут? Тебе надо в зону уже бежать. Да сломай, чё ты бегаешь? Нету входа, чё ты бегаешь? Вот и все. У тебя 40 секунд, чтобы до зоны добежать. Блять. Чего? Время, беги. Гомон. Я тебе говорил. Беги, сука, беги. А, ну тебе не так уж и далеко, кстати. А, это ж первая только зона. Да, гомон, блин, прикинь, беги. Первая зона, уже умерла практически полный человек. Блять, 20 секунд, ёбали. Ну успокойся ты. Не ной. Блять, сколько народу в городе. А ты чё думал? Это ж город. Так, пошли нахуй. Блять, не успеваю. Не успеваю нахуй. Не успею сейчас. Нихуя не успею. А ты все равно не умрешь, зона же она уменьшается постепенно. А похуй. Похуй, если успею, не успею. Это был челлендж. Ну, если челлендж, то ладно.
Так. Ты его прочел. Все, живите в этом домике, типа, живи. Все, постройте стену вот тут и живи. Хотя по факту большого выбора-то и нету. Вылопли. Я подпрыгнул. Все, живи просто. Сидим, ждем пока что. Как вчера, сижу, жду, чувак пришел. Да я знаю. А ну потанцевать, да, пока что будем. Попалиться музыкой-то. Да? Пускай кто-нибудь куда придет, же без этого? Пускай кто-нибудь да придет. Кстати, когда вот такие полноценные дома, слишком палевно, что у них кто-то есть. Может, я сюда уже ушел. Туда попасть можно, да? Да. Вот тут и стою, вот и все. Тебе хватит на первое время. Вообще в тот дом сходить, в соседний. А смысл тебе от того дома-то? Может, там что есть? Так у тебя и так все есть. Ну, кроме защиты, ну, конечно, брони. Ну, не надо. Сидим здесь пока. Зона уменьшается, да. Сейчас придется мне уходить скоро сюда. Ну, живи пока, стой, пока у тебя есть белая зона. Рядом чувак, бежи, чувак, точно. Тихо. Чё, тихо. Жалко, что мне карту не открыть. Это не в тебя, это не в тебя несу. Слева от тебя, слева от тебя. На крыше, на крыше. Где на крыше-то? В доме, что ли, соседнем? На той, на, да, в соседнем доме на крыше. А, вон он там строится, смотри. Вон. Ну и фиг пусть строит, где такая есть. Да я знаю, знаю. Но плевать на него, пусть строится. Вон он сидит. Тебя-то сейчас особо не должно волновать. Ну так ты можешь его попробовать. У тебя есть еще какая-нибудь пушка или нету? Только микро ПП. Ну вот, отстрели. А их тут двое. Все, беги. Да, мне кажется, ты не выживешь, у тебя брони нету. У тебя 50 секунд, чтобы до белой зоны еще добежать. Ну, если что. Она сзади тебя. Челлендж добежать до белой зоны. В твой дом. Отстреливай, отстреливай. Ну, говорю, у тебя брони у тебя нет. О, ничего себе, фиолетовая ружка, тут пацан нашел. Ладно,